Я помню, смешная история со мной была. Я бы стал жертвой этого. Я со страшного бодуна утром рано только что открыл себе пивной бар «Жигули». И у меня там был знакомый, очередь стоит, таких сизых людей. И я тоже такой же сизый. Я, значит, говорю, мне не выстоять просто. Я так, извините, я постучал. Там, Ген, на секундочку, Гена меня увидел. Я говорю, я тебе должен, что там было? Он, я вошел, слава тебе. Я вошел, а Гена что делал? Он брал кружку пива наполовину полную и туда ставил стакан с водкой. Ну, чтобы, в кружку. Так, чтобы пиво закрывало стакан, потому что водку было запрещено разливать. Поэтому он приносил как бы полкружки пива, а там было вот, и кружку пива, так сказать, наверное, поэтому полторы кружки пива. Технология. Да, и он, и тетка, которая там, говорит, есть вобла, я говорю, ой, блин, дайте воблу. Значит, она принесла мне воблу, сейчас, я вот думаю, сейчас, вот это, сейчас, я взял эту воблу, начал чистить, говорю, нет, я ее почищу, я вытерплю. Если на отделение. Я почистил ее, разломал отдельно сюда шку, это самое, чешую, все, разломал ее, икру вынул, думаю, вот, нет, я ее до конца должен разделать, думаю, такой мазохизм начался. Я ее разделал аккуратненько, всю, головку отдельно, все ребрышки, все косточки, так, эту самую мякоть такую, самую сочную сюда положил, да, и корочка. Да, и думаю, пойду помою руки, и тогда я это сделаю. Это была ошибка. Я вытерплю. Я пошел, помыл руки, выхожу в зал, стоит тетка, уборщица, и так с тряпкой все в ведро. Думаю, что это уже очистки. Вот тут я первый раз в жизни пожалел о том, что мама меня учила терпишу. Я просто засадил эту водку и с этим обозленный жутко вышел, что была единственная вобла. Там нельзя было иначе. Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому как спросили, так и... Учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса, я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, не важно, что важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно.